Пошел просто на ось, просто дай бог выживу и все. Есть у меня мама с папой. Они мне сказали, что я дурак и дебил за то, что подписал. Но обратно уже ничего не вернешь. Я Лебедев Виталий Витальевич, 2 апреля 1983 года рождения. Архангельская область, Шуконский район, деревня Березник, дом 57, квартира 1. Вторая рота, 26-й танковый полк, 3-й взвод, штурм В. Номерный жетон, не помню. Первый раз разбой, ну, к соседу за водкой пошел. Толкнул просто его, а убить не убил. Толкнул просто, забрал водку, и меня сожительница тут же и сдала сразу, вместе со мной ходила. И все. Так я потому что пьяный был, еще мало хватило, и пошел. Ну, более-менее еще на ногах стоял, надо было еще добавиться, и все. Второй раз 158-я часть. Это у меня карточка. Похищена была карточка с деньгами, там было 1000. Я не успел потратить просто, мне дали 6 месяцев за это. Но вернул ущерб, возместил все полностью. 6 месяцев. Отсидел 4. Оставалось 2 месяца. Подписал контракт? Да. Я не хотел вообще его подписывать, ну просто как черт дернул меня подписать его просто. И все. Вообще не хотел никакой войны ни с кем. Ну, приехало Министерство обороны. Нас всех собрали, кто хочет на войну, позаключайте контракт. Ты контракт читал вообще? Читал. Ты знаешь, что ты до конца войны? Нет, мне этого ничего не говорили. Вообще не знал. Я заключить-то заключил на год, и все. Оказывается, до конца войны еще. Теперь понял. Не стоило вообще ничего подписывать. Но деньги не получили? В том-то и дело, что нет. Ну, на карточку должны были поступить деньги. Сколько? Ну, 197 тысяч, где-то так у них. 157, 197, вот так где-то. Губернаторские плюс там эти. Ну, еще должны поступать еще боевые. Я не знаю, поступили, не поступили, фиг его знает, не знаю даже. 197 поступило. Но я их не потратил, потому что мне никак не было потратить их, потому что я пин-код свой забыл, карту. И напротив третьего дома, короче, с другой стороны, стали стрелять. Попали мне в жопу и... попали, короче, в жопу 3 выстрела. Но я потерял сознание, очухался у какого-то белого дома со ставнями. А ставни были разбиты все, стекла были все разбиты. Я, короче, заполз в дом. В доме, короче, это самое... Заполз, короче, сам как можно себя перебинтовал. И в доме и находился 3 дня. Потом, короче, ну, вода, все питье, все кончилось. Ну, вроде как-то вроде и полегче немножко стало. Пойду, говорю, думаю, может, своих, говорю, найду. И говорю, и потерялся. И там нету, и там нету. Я и пошел на обум святых. И все, и наткнулся на ваших. Отказники. Ну, у нас как по отказу, нам как старшина и ротный говорил, что, говорит, кто, говорит, пойдет, говорит, назад, просто, говорит, убивать на месте, и все. Отхода назад нет, и все. На родину? Так желательно бы вернуться. Только смысл мне вернуться? Все равно так и так, что там убьют, что все равно обратно уже пути, наверное, не будет. Если мы сдадимся в плен, как по нашей категории, что мы изменники страны. Мама, прости меня, пожалуйста. Ты была права, не надо было мне дураку просто сюда лезть вообще.